Пусть зависимость скорости от пути, от местоположения, выражается вот такой простой функцией. Опять для простоты будем считать, что s равняется единице, начало координат. Здесь скорость по оси, ординат значения скорости. И здесь единица. Скорость v. Вот такая линейная функция. Значит, v скорость равняется v от s. Ну и даже можно написать формулу для соответствующей функции. Какая здесь формула? Смелее. Все, это простой вопрос, но тем не менее, я хочу услышать, поддерживаю. Совершенно верно. Единица минус s. Так, и чему равна скорость в конце пути? Нулю. Тело остановилось. Так, вспомним, в реальной жизни сталкиваемся мы с такого рода движением? Конечно. Когда, например? Когда тормозим. Когда тормозим, например, поезд, метро, идет с какой-то скоростью в тоннеле, с постоянной скоростью, начиная с некоторого момента, там, светофор или семафор, знак какой-то, скорость начинает уменьшаться так, чтобы в конце платформы, когда вот головной вагон достигнет конца платформы, скорость равняется нулю. Значит, вот вполне реальная ситуация. Для метро так важно, для, конечно, поездов железной дороги. Иногда в реальной ситуации бывает еще так, тот же самый путь от нуля до единицы, но скорость убывает, но не до нуля. А потом резкое торможение, и все-таки поезд останавливается, мгновенно останавливается. Вот в этом случае скорость испытывает скачок. Вспомните, иногда вы на поезде дальнего следования прибываете на Московский вокзал, и плавно-плавно останавливается, вы даже не заметите момент, когда поезд остановился. Это вот эта ситуация. А есть ситуации, когда происходит резкое торможение, и, так сказать, по инерции мы движемся вперед. Такую ситуацию мы не будем рассматривать. Так, следующая задача, основная. Давайте посмотрим, а за какое время остановится тело, двигаясь вот по этому закону? За какое время остановится тело, двигаясь по этому закону? Тут нельзя поделить s на скорость, потому что скорость переменная. Скажу. Результат, который мы сейчас с вами должны доказать, результат такой. Вот если скорость убывает по такому закону, то тело никогда не остановится. Оно будет двигаться все медленнее, 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 все с меньшей и меньшей скоростью, но точки 1 никогда не достигнет. Никогда не достигнет. Сейчас я это вам докажу аккуратно. У Владимира Игоревича Арнольда есть «Что такое математика?». Что такое математика? Название повторяет название знаменитой книги авторов Куранта и Робинса «Что такое математика?», написанной там полвека назад, а эта книга Арнольда была написана 10 лет назад. Так вот, в этой книге «Что такое математика?» затронуто очень много интересных тем, в том числе академик Арнольд писал о задаче причаливания. Термин говорящий. Каждый из вас помнит такую ситуацию. Вы находитесь в лодке, озеро, скажем, или пруд, и ваша лодка движется к берегу, причаливает. Медленно, медленно, скорость. Значит, сначала была какая-то скорость, вы там на веслах шли, потом весла сушите, и лодка по инерции приближается к берегу. Скорость замедляется вследствие сопротивления воды. И вот идет, 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 и вдруг лодка ткнула с носом в берег. Мгновенно она остановилась, вы по инерции двинулись вперед.
Вот в этой ситуации скорость не обратилась в ноль у лодки. Получился удар при соприкосновении с берегом. Другая, более серьезная ситуация. Космическая станция и космический корабль, запущенный в Земле. Он должен пристыковаться к станции. Это то же самое причаливание. Вот они находятся на орбите, и нужно им соединиться, значит, специальные механизмы. Так вот, представьте себе, что причаливание происходит, вот это приближение к станции с большой скоростью. Но это же может разрушить станцию и повредить. Значит, надо причаливать плавно, если говорить так образно. Но все равно, если вы посмотрите по телевидению репортажи о стыковке, все равно в последний момент получается некоторый удар. Незначительный, малый по интенсивности, но удар. Вот об этом, о задаче причаливания, именно связанной с космонавтикой, и пишет академик Арнольд в своей книге. Так вот, если мы хотим, это я цитирую примерно почти дословно Арнольда, если мы хотим, чтобы причаливание было абсолютно плавным, то есть мы причалили с нулевой скоростью, то оно будет проходить бесконечно долго. Неизбежен вот этот удар. Более того, Арнольд рассказывает, академик Арнольд рассказывает о другой ситуации. Вот когда океанский или даже речной теплоход причаливает к берегу, то это тоже ответственная операция. Там пирс, удар и так далее, все это приведет удар к деформации. Поэтому идет сначала причаливание, но в последний момент, вот в последний момент, это когда скорость еще не ноль, с теплохода, с корабля бросают канат, его оборачивают вокруг кнехта, и дальше причаливание уже происходит вручную. Вот без этого не обойтись. Ну, а если океанский корабль заходит в порт, то там его уже маневры осуществляются с помощью буксира. Итак, давайте убедимся с вами, что если причаливать вот к такому, по такому закону, то время причаливания будет бесконечно долгим. Бесконечно долгим. Так, ну как это так представить, бесконечно долго? В школе есть такие, что бесконечно долго? А вот рассмотрим такую функцию в школе. Y равняется... Единица делить на t. Единица на t. Гипербола, график, да? Ну, я специально пишу букву t, а не x, чтобы отождествлять t со временем. Так, вот график. При положительных t только будем рассматривать. Переменная t, переменная y. И вот такая ветвь гиперболы. Асимптотически приближается кривая к оси абсцисс, но никогда y в ноль не обратится. Вот печально. Не, ну вот. Не совсем все-таки. Когда t равно нулю, все-таки она и вверх тоже выходит. Ой, да-да-да-да-да, извините, конечно. Давайте напишем так, t плюс оси. Да, рассмотрим вот такую гиперболу. Часть ее при положительных t получается из обычной стандартной гиперболы, сдвинутой на единицу. Вот эта гипербола получается стандартной гиперболой единица делить на t сдвигом на единицу влево вдоль оси. У меня есть два способа доказательства того, что здесь время t равно бесконечности. Сначала первый способ. Давайте не в общем виде я буду рассуждать с самого начала, а рассмотрим частный случай. Разделим вот этот путь на 4 равные части. Точки 1 четвертая, 1 вторая, 3 четвертых. Разобьем путь на участки. И на каждом участке будем двигаться с большей скоростью. Вот на первой четверти будем двигаться со скоростью единица. На втором участке будем двигаться со скоростью 3 четверти. Вот эта точка как раз у нас будет иметь ординату 3 четверти. Значит, вот 3 четверти. Так, на следующем участке будем двигаться со скоростью 1 вторая. 1
Ну, а на последнем участке будем двигаться с той скоростью, какая была. Вот здесь вот предписано изначально законом. Значит, чтобы отличать новый график от старого, давайте я его вот волнистой линией вот так вот как-то вот изображу. Вот это постоянная функция, ну, а здесь вот так. Значит, тогда получается у нас два времени. Это время движения старое, исходное, и время, которое вот соответствует вот этой функции. Этой функции. Как вы думаете, какая величина больше? Какое время больше? Когда мы движемся по... используем старый закон причаливания, вот этот вот, или когда мы причаливаем вот согласно этой кусочной функции. Вот это больше, да? Так, ну давайте тогда сравним скорости. Значит, что больше? Скорость старая или скорость, которая получается вот согласно этой нашей новой закону? Что больше? Новая скорость больше, потому что график же выше. Значит, в каждой точке пути вот такое неравенство. Ну, а на последнем участке они равны, совпадают. Значит, вот так. Значит, получается, что причаливание по новому закону, мы причаливаем с большей скоростью, и поэтому время меньше. Причем строго, потому что здесь мы выигрываем во времени на первом участке, на втором и на третьем. Так, теперь посчитаем, что тут получается. Время причаливания на первой четверти пути. Как мы находим? Путь 1/4 делим на скорость 1. Плюс дальше. Второй участок пути. Время опять 1/4. Скорость теперь уже 3/4. Так, третий участок. Его длина опять 1/4. А скорость какая? На третьем участке. Ну, пожалуйста. Одна вторая, да. Мне хочется иногда слышать такие вот отклики, чтобы никто не стал. Ну и здесь какое-то время общее. Вот мы здесь. Ну, значит, я так его обозначу. Т общее. Равняется. Давайте посмотрим, что здесь получается. 1/4 в первом случае. Во втором случае плюс 1/3, в третье слагаемое 1/2 и какая-то общая, и какое-то общее слагаемое. Так, вот такой вывод. Нам напоминает эта сумма что-нибудь? Гармонический ряд. Напоминает гармонический ряд, да, вот который здесь написан. Наверное, можно предположить, сейчас выдвинуть гипотезу, что если бы мы с вами вот весь путь разбили не на 4 части, а на n частей, разбили бы на n частей, то что бы у нас получилось? У нас получилась бы вот эта функция, здесь вот, которая кусочная, да? Она бы имела больше вот этих своих кусков, больше вот этих частей, то есть вот этот, понимаете? Значит, но новый график по-прежнему располагался бы выше старого, значит, старое время больше, чем t, вот это вот новое. Но если посчитать время движения, когда вот здесь таких ступеней очень много, n, то какая бы здесь получилась сумма, как вы можете предположить? 1 делить на n, плюс 1 делить на n минус 1, плюс и так далее, плюс 1/2, плюс t общее.
Значит, что же получается у нас? Оказывается, время причаливания, согласно вот этому линейному закону, оценивается снизу вот такой суммой плюс некоторая положительная величина. Это тоже. Но посмотрите, вот последовательность таких сумм как себя ведет при n, стремящемся к бесконечности, если мы будем больше и больше набирать таких слагаемых такого вида? К чему будут стремиться эти суммы? К бесконечности неограниченно возрастать. То, что тут нет единицы, это не важно. Значит, стремиться к плюс бесконечности. Значит, это так, что же получается? Еще раз давайте подведем итоги. Оказывается, мы можем время движения, согласно вот этому линейному закону, время причаливания, оценить снизу членами последовательности, которые неограниченно стремятся к бесконечности. Значит, вот эти суммы неограниченно возрастают. Но давайте тогда подумаем, может это время быть конечным, допустим, там 5, 10? Нет, не может, потому что вот эта сумма превзойдет другой число. Итак, время причаливания согласно вот этому закону бесконечно. Вот да. Что такое Т-старое? Т-старое я обозначаю все то, что относится к линейному закону. Вот это старый закон, то есть исходный старый закон движения, когда V равняется единица минус S. Исходный, я его называю старый. Да. Может быть, лучше было назвать исходный, а это вот новый закон, когда мы ступенчатую функцию.